Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу. В сегодняшнем видео я хотел бы поднять тему «Как же не устать от игр?». Я думаю, у всех однажды появлялось подобное ощущение, когда вы запускаете ту или иную игру, в которую вы играете на протяжении последнего полугода, и вы попросту не знаете, чем себя занять. Особенно это становится заметно в крупных MMORPG-проектах, а не сессионных. Сколько времени я провел просто бегая вокруг дерева в шторме или прыгая туда-сюда в Аргримаре? Бесчисленные часы. Иногда случалось так, что я запускал игру, сворачивал ее и занимался какими-то другими делами за компьютером. К сожалению, в последнее время комьюнити начало перебарщивать в какой-то мере с временем, проводимым в играх. Я совершенно не хочу сказать, что это плохо или в какой-то мере противоречит сущности целеустремленных людей. Тем не менее, некоторые из их, так сказать, достижений выглядят по-настоящему сумасшедшими. К примеру, WoW. Совсем недавно появился человек, который выполнил совершенно все доступные в игре достижения. Просто вдумайтесь. Фактически он прошел непроходимую игру. Игру, в которой некоторые игроки делают отдельные достижения неделями и месяцами. Точно так же было и у меня. Ваш покорный слуга на старом забаненном аккаунте получил достижение «Чокнутый», для получения которого требуется огромное количество жопочасов. Если взять, в пример, Ла 2, там достижения совершенно не такие, как в WoW, они не ощущаются на первый взгляд. Сейчас там есть рейтинг уровня и выделяются свои некоторые герои. Некоторые взяли уже 90 уровень, некоторые вложили несколько миллионов рублей в своих персонажей. Что же движет ими и как всем им удается держаться на плаву постоянно, не отвлекаясь от игры на пару месяцев и не отдыхая от нее? Я пообщался с некоторыми из них, и ответы у каждого оказались своеобразными. Кто-то говорит, что для него игра стала вторым подобием дома, и попросту не представляет свой день и свою жизнь без очередного похода в рейд за новым шмотом, достижениями. Кто-то ответил, что это очень дорогое хобби, и основные сложности скрашиваются тем, что у них есть так называемые драйверы, которые проходят за них самый неинтересный контент. В том и ином случае люди представляют из себя сумасшедших коллекционеров. Представьте себе рыбака, который с точностью знает, в какой день ловится определенная рыба, в какую погоду какие снасти нужно юзать, какую приманку и так далее. Точно так же и представленные выше игроки занимаются коллекционированием, улучшением персонажа, прохождением того, что, казалось бы, невозможно пройти. И здесь как раз появляется еще один очень важный пункт. Как определить, что ты, сука, очень целеустремленный? Мне это в свое время дала понять именно World of Warcraft. Я однажды взглянул на ранг моего персонажа по шмоту и понял, что мой чар на данный момент находится на 3-5 строчках мирового рейтинга. А на тот момент активных игроков было порядка 10 миллионов. Именно в тот момент я понял, что, будучи упертым до ужаса, можно стать лучшим в абсолютно любой, даже самой жестокой обстановке. Как же не устать от игр? Как сделать так, чтобы любимая игра не вызывала у вас отвращения, желание продать персонажа, удалить игру и так далее? Я постараюсь дать свои рекомендации. Играю я во все и вся без малого 15 лет. За это время я сменил такое огромное количество проектов и игр, что попросту многие из них я даже не вспомню. Итак, рекомендация первая. Не ставьте себе в игре недостижимых целей. Пример, вы начинаете играть в L2 Essence и хотите стать 90 уровнем. Данная цель является неадекватной даже в сегодняшних реалиях. Сказать, что вы убьете миллионы монстров, не сказать ничего. Интереса в подобном геймплее почти нет, а те, кто находит его в этом, фактически просто играют в дорогую тамагочу. Если вы зашли, к примеру, в WoW после длительного перерыва, то поставьте себе, к примеру, цель пройти весь актуальный рейд в героическом режиме сложности. В целом, имея необходимость, скиллы, упорство, можно добиться подобного результата всего за месяц игры. Рекомендация вторая. Не пытайтесь сделать в игре абсолютно все. Это означает то, что не старайтесь делать все и сразу. То есть, к примеру, если вы любите PvP, то не рвитесь в другие направления игры, потому как успеть все и сразу попросту невозможно. Рекомендация третья. Играйте в игру, даже если это стало вашей работой. Вне зависимости от того, являетесь вы блогером, РМТшником или кем-то еще, игра никогда не должна приносить вам дискомфорт. Как только вы чувствуете, что вы тратите на нее больше времени, чем вы готовы выделять на развлечения в сутки, сделайте с этим что-нибудь. Отвлекитесь, приберитесь дома, позанимайтесь спортом, созвонитесь с друзьями, посмотрите стримы, сериалы.
Рекомендация четвертая. Не бойтесь менять проекты. И здесь как раз очень кстати моя фраза, что вы должны играть только на официальных проектах. Поиграв в WoW во времена Лича и захотев вернуться обратно, даже сейчас вы найдете своего персонажа, услужливо поджидающего вас в окне выбора персонажа. Поиграв в Essence год назад и вернувшись сейчас, ваш персонаж также будет ожидать вас. Любая смена обстановки, любая смена игры даст вам возможность сравнивать, даст вам возможность узнать что-то новое и вполне возможно найти ту самую игру, которую вы игнорировали, но ту самую игру, которая будет приносить вам гораздо больше удовольствия. Рекомендация пятая. Выполнив в игре одну поставленную цель, ставьте новые. Всегда старайтесь придумать что-то увлекательное, несмотря на тот контент, который уже есть в игре. Как показывает практика, самые увлекательные и запоминающиеся вещи происходят на рукотворных ивентах. Я думаю, что каждый из вас помнит турниры, которые раньше ГМы сами проводили на пиратках, ивенты стримеров и так далее. То, что игра не сделала для вас автоматически, вы можете сделать и сами. Рекомендация шестая. Читайте. Совсем недавно я зашел в WoW после очень долгого застоя. Мне было чертовски сложно, когда на меня обрушился контент сразу нескольких дополнений, и я попросту не знал, за что же мне взяться. Лотс дал мне отличную рекомендацию. Не спеши. Читай квесты, изучай историю, не старайся все сделать как можно быстрее. В конечном итоге все мы играем в игры для того, чтобы пройти ее, но обычно сам путь к достижению этих целей куда интереснее и приятнее, чем само ощущение от выполненной задачи. Я послушал его, и поверьте, мое стартовое состояние ненависти к сотням квестов переключилось на более вдумчивое и более комфортное прохождение. В конечном итоге самое главное и самый главный итог всего вышесказанного – это баланс. Вы постоянно должны соблюдать баланс. Вы постоянно должны балансировать между перенасыщением игрой и его недостатком. Именно поэтому сессионки сейчас на таком высоком уровне. Вы можете выключить игру буквально в любой момент. Фильтровать же сессии в, по сути, бесконечных мирах онлайновых MMORPG вам придется самостоятельно. Зачастую именно из-за этого контент на моем канале чередуется таким образом раз в 2-3 месяца. Я то прихожу в Ла-2, то ухожу, то выбираю Big War, то играю в пассивную игру, то захожу в WoW Main, то захожу в WoW Classic. К сожалению, очень и очень сложно снимать контент по подобным играм и не перенасыщаться. Ведь для того, чтобы снимать контент по игре, ты должен точно разбираться в том или ином вопросе. Ты должен, так скажем, пройти игру во всех направлениях, чтобы ты мог авторитетно сделать какой-то свой вывод по тому или иному вопросу. Я надеюсь, что моя истинная аудитория, которая смотрит меня месяц за месяцем, уже это поняла и принимает это как данность. Вот такие мысли я постарался донести до вас. Достаточно короткий получился ролик, но вдумчивый, и надеюсь, кому-то он станет полезным. Основной смысл и идея данного видео в том, чтобы вы играли в игры и не останавливались, несмотря ни на что. Хороших игр много, хороших идей много. Давайте же получать удовольствие от игр. А как боретесь вы с желанием выключить или удалить игру? Напишите об этом в комментариях. Вполне возможно, ваши советы помогут кому-то. С вами был я, Мастер Чу. Всем до новых встреч, а с вас, как обычно, лайк и подписка. Чао.